Таких историй здесь тысячи. Губернатор края Александр Ус несет портрет своего отца Виктора Петровича Уса. Попал 18 лет на Сталинград, на Волгу. Был пулеметчиком, потом связистом, дошел до Берлина, демобилизовался в 1947 году. В колонии бессмертного полка несут фотографии не только ветеранов Великой Отечественной войны. В строй встали и погибшие в послевоенных конфликтах. Это Азия Асланов, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор, командовал 55-й танковой дивизией, участвовал в Великой Отечественной войне, герой нашего времени. Борис Ибрагимов, Агакерим Оглы, герой Карабахской войны. В прошлом году в колонии бессмертного полка прошли порядка 40 тысяч человек. Сколько в этом году людей принимают участие, пока неизвестно. Точные данные будут только через несколько дней.